Итак, друзья, всем привет! Сегодня я расскажу о том, как подключить управление жестами. Как вы видите, внизу вот эти три кнопки управления на экранной, да, и, соответственно, они некоторым людям просто не нравятся. Или мешают, или просто занимают лишнее место на экране. Сегодня расскажу, как подключить управление жестами, и эти кнопочки исчезнут. Итак, заходим в настройки, ищем систему и устройство. И, собственно, выбираем безэкранный режим. Здесь, как видите, у нас кнопочки подсоединены, и выбираем полноэкранный режим. Ну, давайте изучим, и здесь изучить нажимаем. Итак, сверху вниз, вот так проводим. Так, плохо провели. Еще раз. Отлично. Еще раз. Причем надо проводить вот так сквозь палец, сквозь рамку, то есть на черном у вас месте, да, потом... На левом то же самое. Здесь, назад и вперед. Все отлично. Ну, все готово. Закончить. Собственно, нажимаем. И наш полноэкранный режим, управление жестами или полноэкранный режим включен. И теперь, как видите, кнопки пропали. Экран выглядит более презентабельно. И управление как на iPhone 10. Так что, друзья, надеюсь, вам было интересно. Всего доброго, до свидания.